По легенде, в здании института появляется дым. На пульт пожарной охраны подается сигнал тревоги. На место происшествия приезжают наряды пожарных и отряды спасателей. Находившиеся в помещении студенты, преподаватели и технический персонал с мерами предосторожности быстро эвакуируются из помещения. Спокойно. Взять марлевую повязку, влажную желательно. Ну и если платок, то намочить его. Быстро выйти, взять его, прикрыть лицом и выйти. Нужно убежать из здания и прикрыть лицо чем-нибудь, салфеткой или рукавами. Чтобы не задохнуться дымом. Сотрудники Ленинской территориальной противопожарно-спасательной службы демонстрируют свои навыки и мастерство по тушению пожара и спасению людей. На носилках выносится манекен пострадавшего. Еще один найден по замыслу тренировки на чердаке. Его эвакуируют на канатно-спусковом устройстве. Учения прошли на оценку 4 с плюсом. Машины прибыли по расчетному времени. Действия пожарных и спасателей правильные, действия персонала в принципе правильные. В этом году исполняется 360 лет пожарной службе. Люди, посвятившие себя этой опасной и ответственной работе, особого склада. Я пришла однажды, что хочу помогать людям, не хочу в офис, хочу на интересную, сложную мужскую работу. И вот я здесь, собственно говоря, в прекрасном коллективе прекрасных людей, на отличной профессии. И всем того же желаю. Приходите, работайте. Здесь круто. Это нужная профессия. Как бы мы не хвастаемся, просто мы выполняем свою работу и все. Не собираешься бросать? Нет. Ну а кто? Никто, кроме нас. После завершения тренировки заместитель начальника Ленинской спасательной службы еще раз напомнил ребятам о том, что пожар – страшное бедствие. Температура воздуха в горящем здании поднимается до 1000 градусов. Эти показатели несовместимы с жизнью. Паника и неготовность к выполнению точных собранных действий при пожаре – главный враг эвакуации. Сотрудники спасательной службы показали студентам, как тушится огонь огнетушителем, дав парням и самим попробовать свои силы. Людмила Медведева, Евгений Петров, Екатерина Чернышова. Видное ТВ.